Привет, гайз! Знаете, мы вот тут с Лизой порылись у нас на канале и поняли, что мы давненько так обходим стороной одну очень интересную и глубокую тему. Это видео из TikTok. Да, ни одного видео про это у нас на канале. Вот, и сегодня именно тот день, когда мы будем исправляться и нырнем, скажем так, в это приложение. Это будет наша реакция на тренды в TikTok. Да, но как-то так, наверное, немножечко... Неудобно смотреть эти все черные полосы по краям, нужно это как-то, наверное, исправить, поэтому вот так уже получше будет. А теперь погнали. Вот это поворот! Ну, правильно сделала, что ушла, потому что как бы этажом себе машину испортил, испачкал. Снимаем дверцу. Тупо, ну, такой взял, подошел, снял дверцу. Это ж попрыгала бы ты на этих шариках, посмотрел бы на тебя, конечно. А начнем мы смотреть TikTok не абы как, а я бы сказал по-царски прям, потому что будем мы смотреть его на первом телевизоре для вертикального контента, это Samsung The Zero. В чем его уникальность, вы уже поняли. Скажем так, мы зашли сразу с козырей. Это крутой 43-дюймовый QLED с сервоприводом, чтобы вы смогли по-человечески смотреть видео. Горизонтальные, вертикальные, соцсети, Instagram, TikTok и вообще весь интернет. Что тут по технической части, мы расскажем с Лизой чуть-чуть позже, после реакция. Сейчас давайте посмотрим, как тут вообще все работает. И вот главный вопрос, зачем вот эта вот вся фишка с поворотом этим непонятным? Это типа какой-то понт просто? Разумеется, нет. Сейчас, как вы знаете, много контента в социальных сетях, очень его полно, все в них залипают, все в них что-то смотрят постоянно, и к тому же у них большое влияние. Поэтому сами понимаете, что смотрят эти социальные сети вот в такой раскладке. И все вы знаете, что можно спокойно, да, транслировать экран вашего смартфона на телевизор. Но когда вы будете это делать, как мы вам показывали в начале, у вас по краям будут черные полосы. Именно для этого этот телек может поворачиваться. По сути, к телевизору можно подключить любой смартфон. Это может быть iPhone по технологии... AirPlay. Да. Спасибо, Вася. Это может быть любой Android смартфон по технологии Miracast или Chromecast. Но мы сейчас будем подключать непосредственно Samsung по Smart View, потому что здесь будет наиболее удачная синхронизация. А в особенности, если мы говорим про ориентацию вот эту как раз вертикальную, горизонтальную. Это ты сейчас спойлер говоришь, что мы будем с ним делать, потому что, да, не спойлери, сейчас ты подключаешься пока. Чикс. Вот, как вы видите, и сразу же вы могли тоже проследить, что экран растянулся на все пространство. Как вы понимаете, на этом телефоне нетипичное, скажем так, соотношение сторон, но здесь есть возможность именно растянуть экран на все, чтобы он всю плоскость занимал. В этом преимущество вот именно Samsung смартфона. Что же он может делать? Ну, давай в Instagram зайдем. Класс, мы читаем мысли друг друга. Да, да. Дополняем друг друга. Да. Так, ну, смотрим ленту. Я думаю, тут... Без слов, без комментариев можно, и так видно, насколько так удобнее. Видно, что на весь экран ваша Instagram-лента раскрывается. И мы хотим, скажем так, чтобы он был больше, как и на YouTube функционал, мы переворачиваем телефон. И телевизор повторяет за нами. Соответственно, мы перестали это делать. Нам захотелось почитать комментарии или что-то в этом роде. Телефон переворачиваем, телевизор за нами повторяет. И это, по-моему, просто замечательно, учитывая вот это вот такой вот симбиоз этих двух устройств. И к тому же это работает внутри самого телефона. Ну, скажем, мы зайдем в галерею, которая вот. И, например, если мы галерею перевернем, то и телевизор тоже в этом режиме перевернется, и мы сможем листать на нем галерею спокойно. Теперь, наверное, пора перейти куда? В TikTok. В TikTok. Давай в Тикавы зайдем, посмотрим, полетели, что нам да. предлагают. Разбираемся с подмышками, чего? Существительная подмышка или множественное число подмышки. Ага. Оно называет соответствующий участок тела и как существительное пишется слив. Логично. Это беспокоит родинка на левой подмышке. И это платье умер подмышкой. А можно спросить, зачем? Существует наречие подмышками. Ну, спасибо, конечно, что минутка общего образования. Что как бы меня получается, они пытаются научить правильному произношению. Тут что-то поинтереснее. Простушка. Когда твои родители уезжают на дачу? Песня эпичная. Ну, это правда. Котик лежит молочко. Отлично, успокоимся, день тяжелый. Да. Еще и слоумо. Прекрасно.
Еще и выложили корм в виде сердечка, ты понимаешь? Я сейчас утону в милость. Вот, лайфхаки. Лайфхаки, обожаю лайфхаки. Давайте раскройте, как с помощью скрепки взломать Пентагон. Снимаем дверцу. Тупо, ну, такой взял, подошел, снял дверцу. Это же у всех печка просто такая, как у нее. Не, ну ладно, дверца снимается, ну типа, ты когда моешь плиту свою или духовку, снимаешь дверцу? Я еще и под рэп это делал. Каждый раз просто, когда там готовлю курицу, снимаю решетку с духовки. Я бы не назвал это лайфхак. Сразу назвать уборку обычную лайфхаком, типа. Ну такое. А что он делает? Пароль, типа, к ее... Сердечко? Да. Ой. О боже. Я уже поднапряглась. Окей, ну это забавно. Ну это забавно реально. Это я в Синельниково. Это ты вчера. Не будем подробности поднимать, да? Ты примерно шаришь тему. Раз, два, три. Раз, и тянуться. Два, не найти такую. Три, подойти поближе. А убирать кто это все будет? Вот бабок у вас под подъездом нету. Одни бы вот это разрешили бы это делать, ага. Попрыгала бы ты на этих шариках, а посмотрела бы на тебя, конечно. Ну это монтаж, конечно. Это монтаж, да, уровня бог. Вообще. Ну, за это респект, это хотя бы креатив. Это хотя бы креатив. Ну, это, кстати, тяжело, мне кажется, реализовать. Ты как монтажер, скажи. Ну, уже это маской надо вырезать. Я просто не знаю, как это сделать с помощью функционала ТикТока. Ну, как вообще такое сделать, я знаю. Это прямо нормально. Так, что у нас дальше? Тебе нельзя. Ну, хотя бы половину. Нет! Ну, правильно сделала, что ушла, потому что как бы этажом себе машину испортил. Испачкал. Что-то котик, тут будет котик. Недолго же он ждал, а то коты обычно долго ждут, чтобы напасть. Да. Но мне кажется, она просто уже снимала некоторое время до этого. Так. Ты когда-то делал такие пранки со своими родными? Типа, знаешь, о, ты видел, в Инстаграме есть такая, ой, женщина со Штатов, по-моему, она, ну, всегда пранки какие-то над своими детьми устраивает. Не, я в Инстаграме смотрю такие, нет, не смотрю такие вещи. Блин, ну это реально весело. Чернобыльское яйцо. Надо еще посмотреть чернобыльское яйцо, а потом все остальное. Ого. Опа. Я бы поела. Неплохо. Блин, ну так много желточков. О, это же этот тип из Инсты, который. Он уже в ТикТоке свои ролики постит. Кстати, тоже можно здесь его смотреть. Мне кажется, здесь даже удобней. Блин, прикольно. Когда тебе стало скучно на конференции с сотрудниками? Да, с сотрудниками. Лайфхак. Лайфхаки хотели посмотреть? Все, пожалуйста. Офигеть. Так бы с деньгами. Соклон, говорит. Арбуз хочу. О, я, кстати, это видел, это классно. То же самое, да? Тоже зеркальное? Ну, похоже. Ты сидишь и такой не сразу... Знаешь, как он это сделал? Он еще такие петли именно делает. Я ни разу не ела арбуз в этом году еще. Так а рано еще, надо в августе. Блин, ну классно он делает, конечно. Да, прикольно. Hey, just a little off the top. I got a date tonight. That's fun. Where are you guys going? That's cute. Офигеть. Oh, your wife was on the spot. Yeah, I'm losing it. Блин, ну классно, у него креативная идея. Мне очень нравилось, у него было видео, где он там
с картины в картину переходил. Я не помню, как оно называется, но он классно реально делает. Как он это делает? Я не понимаю с технической. Ну, это монтажные такие, на самом деле, с помощью простых склеек и иллюзий там оптических это все работает. Прикольно. Карты. Kids make life more interesting. Сейчас ребеночки влезут. Блин, опять! Офигеть! Класс вообще! Я хочу еще раз. Так, ну это с помощью маски он, наверное, сделал. Блин, ну вообще. Я вообще не вижу ни склеечек, ничего. Ну что я могу сказать? Это еще то залипалово. Вроде бы сначала думаешь, что там все дичь какая-то, и теряешься на целый час, а то и два, скролля вот эту вот ленту и просматривая видосики. В принципе, прикольное приложение. Много, на самом деле, классных ребят, которые делают классные штуки. Да, теперь, как и обещали, посмотрим поближе на телевизор, который может в любой контент. Сера ярко демонстрирует тягу самсунгов к интерьерному дизайну. Они раз за разом создают устройства, которые гармонично дополняют пространство в доме и становятся его неотъемлемой частью. Сера как раз из таких. Он необычный, интересный и из однообразной массы точно выделяется. При этом ничто не мешает ему раствориться в окружении, при вашем желании, конечно же. Но вы вполне можете захотеть выставить его на показ, ведь есть на что посмотреть, скажем так. Включить, например, Ambient Mode и превратить устройство в обязательную часть интерьера, которая дополняет всю композицию. Телевизор аккуратный и минималистичный, а сдержанные цвета и матовый корпус дополняют картину. И, кстати говоря, несмотря на размашистое основание, он смотрится компактно. Да, кажется, что телек стоит на огромном пьедестале, и учитывая, что он крутится, многие сочтут это логичным шагом, но глянув сбоку, понимая, что ножка вообще-то совсем не огромная. Сама структура напоминает мне некий высокотехнологичный мольберт. Подставку, кстати, инженеры из Samsung используют грамотно, ведь в ней нашлось место для внушительного количества динамиков. Их там аж 4. Добавим к этому еще и сабвуфер, так что суммарно телек наваливает аж на 60 ватт. 60 гребаных ватт, ребята. Да, соседи будут рады. Да. Фактически, покупая Сера, вам в комплекте идет внушительный саундбар. Вы, кстати, спокойно можете таскать устройство за собой. Конечно же, если возьмете себе специальную подставку с колесиками, тогда ваша жизнь станет проще, и это упростит транспортировку телевизора. И, например, сегодня он будет стоять в гостиной, завтра в спальне и так далее. Почему мы сконцентрировали так много внимания на внешнем виде? Да потому что компания постаралась, и нужно выразить ей свой респект. Я вообще уважаю Samsung за стремление сделать что-то новое, как-то выйти за рамки и обыграть привычную нам вещь. Вот с Сера происходит такая же ситуация. На сайте его называют эксклюзивным, и в принципе это так и есть. Я согласен с этими словами, как бы пафосно оно не звучало, потому что телевизор предлагает нам новый экспириенс. Но мы тут собрались не ради наших визуальных впечатлений. Вам, наверное, хотелось бы узнать технические характеристики девайса. Итак, вначале был спойлер. Диагональ устройства составляет 43 дюйма, и других размеров не предвидится. Во всяком случае, пока. Разрешение экрана составляет 3840 на 2160. Проще говоря, 4К. Тип дисплея QLED с вертикальным расположением пикселей. Угол обзора широкий, 178 градусов, а частота обновления панели составляет 60 Гц. В общем, дисплей соответствует всем современным требованиям и трендам. Ну и что еще? Поддержка технологий Quantum Dot и HDR10+. Соответственно, картинку телевизор будет выдавать сочную и детализированную. Еще 100% цветовой объем передает. Это вам не шутки. Система работает на операционке Tizen. Интерфейс удобный, нелогучий и шустрый. Наверное, за это нужно сказать спасибо 4-ядерному процессору. Картинку обрабатывает, а там, где нужно апскейлить, нам уже знакомый Quantum процессор 4K. Подключаться к телеку можно по Wi-Fi и Bluetooth. Еще есть два порта USB и 4 HDMI. Они, кстати, стандарта 2.0. Вот такой набор фич есть у этого телевизора. Если коротко, то это топовый QLED с отличным звуком, который умеет крутиться и отлично адаптируется и подстраивается под любые видосы из интернета или с вашего смартфона. Пишите, как вам такой телевизор и много ли вы залипаете в TikTok и соцсети. Хотели бы делать это не на 6-дюймовом экране, а, например, на 43-дюймовом. Если видео вам понравилось, вы знаете, что нужно сделать. Поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить другие наши видео. Также в ссылочках в описании будут наши телеграм-каналы. Их там полно, там с мемами, со скидками для геймеров. Короче говоря, заходите, смотрите, чекайте. Вам должно понравиться. Увидимся, услышимся. Пока!